Очередная встреча участников клуба «Активное долголетие» посвящена сбору гуманитарной помощи для бойцов СВО. И не только. Теперь волонтеры клуба помогают, впрочем, как и все химчане, жителям Курской области. Не понаслышке знает об этом муниципальный депутат Артур Каримов. Он недавно заключил контракт добровольца и теперь регулярно ездит в зону специальной военной операции. Ему и передали всю собранную помощь. По пути мы останавливаемся у пунктов временного размещения вынужденных переселенцев и передаем им по возможности все, что собрали, передают наши жители, в том числе и наши долголетые. Участники клуба, к слову, активные пользователи социальных сетей. Так они узнают информацию о проведении новых сборов. Конкретные данные, что и когда нужно принести, получают заранее. В общем чате клуба «Активное долголетие» состоят более 1500 человек. Гуманитарную помощь в зону действия СВО мы отправляем на постоянной основе. То есть это уже не первый наш сбор, не первая отправка. За год это было почти свыше 800 килограмм. Делаем мы это с некоторой периодичностью, но стараемся, чтобы это было не реже, чем один раз в 2-3 месяца. Наверное, они благодарны этой маленькой-маленькой помощи, которую мы можем им передать. Кроме отправки медикаментов, провизии и средств личной гигиены, долголеты вяжут для бойцов СВО шапки и носки. Всего за 2 года на фронт из городского округа отправили уже около 300 тонн гуманитарной помощи. Андрей Панченко, Дмитрий Бочаров, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.